Мама Эля представляет. Наступила весна. Пчелка вылетела из улья. Но окошко закрыто, и она не может вылететь на улицу. Пора папе с дедушкой выносить улей из замшанника. Но чтобы это сделать, надо сначала выкатить мотоцикл, потому что он загораживает проход. Тёмаша, что папа Диму понёс с дедушкой? Улей. Да. А в улей кто живёт? Кто там живёт в улей-то? Улей. Кто там живёт? Кто мёд делает? Папа мёд. Папа мёд? А кто цветы опыляет? Кто там в улей живёт-то? Дядя Дина. Дядя Гена в улей живёт? А я думала, пчелы. Нет, не пчелы? Нет. Дядя Гена живет в улье? Да. Тимоша ответил неправильно. Так кто же живет на самом деле в ульях? Конечно же, пчелки. Тимоша еще маленький, и он не знал, что пчелки живут в ульях. Но сегодня он об этом узнал. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.